должность председателя Батайской городской думы, главы города Батайска, клянусь при осуществлении полномочий, предоставленных мне уставом муниципального образования города Батайска, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ростовской области и областные законы, устав муниципального образования город Батайска, уважать, охранять, приумножать экономический потенциал, исполнять свои обязанности честно, добросовестно, во имя процветания города Батайска и во благо всех жителей города. Уважаемый президиум, уважаемые депутаты, позвольте высказать слова признательности за оказанное мне высокое доверие. Дума приступила к исполнению своих полномочий. Перед нами открываются большие перспективы, нами построены большие планы. Совсем недавно, 17 сентября, губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев провел батайские совещания с городским активом. В ходе совещания губернатор определил основные приоритетные направления в развитии Ростовской области и города Батайска. Таковыми, несомненно, задачами являются необходимость реализации национальных проектов. Также каждый из нас, вновь избранных депутатов, в ходе предвыборных встреч получил наказы избирателей. Все эти вопросы должны стать неотъемлемой частью повестки дня в работе городской думы на ближайшие 5 лет. Уважаемые депутаты, эффективность работы думы зависит от каждого из нас, от слаженной работы всего депутатского корпуса, вне зависимости от политической принадлежности. Мы с вами должны работать в тесном взаимодействии с администрацией города и в неразрывной связи с избирателями. Ведь у нас с вами общая задача – сделать жизнь батайчан лучше. А Батайск – города, в котором торжествует мир, порядок и благополучие. Спасибо.